нами, со мной и Холодцом играть в Final Fantasy. Поиграешь. Там все на английском. Перевода не будет. Какой последний или который еще пиксельный? 14. Для майнкрафтерский. 14. Это можно до 30 левела бесплатно поиграть на офе. Чего не хватает? Рыбы нет. Ну нет у меня рыбы. Без рыбы, наверное, все время. Ладно, давайте так, без рыбы. Так, давай посмотрим, перевели время или нет. Нет, у меня не перевели. А, это, блин, это ж... Это еще рано. Это я, да. Сейчас же по МСК 12 часов. Через час переведу. Да. Москва не, ну, Россия не переводит, кому переведем? Ну да. Уже по МСК. Да не, еще до МСК у нас час в Украине. Ну я понял, я просто подумал, что у нас в Киеве 12 часов ночи. Мне просто время стоит МСК в игре. У нас уже в Израиле перевели на час перевели. Ты с Израиля? Да. Прикольно. Московый город. А у нас РК еще работает. Тогда не должно работать. Я тебе впишу просто в табличку география, там я где вписываю. У нас есть люди с Индии, которые играют в игру. Был на севере, типа, сам где. Куда дели? Нормальных типов кусают, сам где. Я иду. Наконец-то, босс, где покурить можно. А с какого ты города? Я? Да. Ну, область Иерусалима. Так и запишем. А город какой? Ну, живу в Бет-Шемеш, работаю в Иерусалиме. Это у вас сейчас время по МСК? Да, сейчас равнял вообще у нас. А ты свинину кушаешь? Я русский тут. Религиозный не хавает, тут половина народу хавает. Ну, кстати, да, у нас в Турции тоже почти все. Ну там 2 миллиона русских, да? Тут хохлов полно. Они же русских. Ну, же евреи едят свинину, они же там салфетки, я не знаю. Надо правильно задавать вопрос русскоязычных, а не русских. Биообрезание сделали уже? Нетушки, мне поздно уже было делать. У меня друзья есть, которые сделаны. Чтобы с армии скосить. В аэропорта не принимают. А в смысле с армии скосить? Это как-то связано, просто я не знаю. Типа, если у тебя маленький член, не берут в армию, что ли? Типа перед призывом сделать, чтобы не забрали, типа на операции был. Я залагал. Там после этой операции месяц больничных в армии дают. Заражение по крови умирает. А, ладно. Кажется, я теперь знаю, как откашу. Да, вас не пустят в Израиль, забудьте. Там хорошая визовая охрана для вас, всех нас. Ты что там делаешь? А вы в курсе, что чистокровные евреи могут уехать туда и жить? ДПС у них хорошие тоже. Вот скана в сурке чистокровных евреев. Чистокровные. Еврейка. Ну, если отец в аэропорт не считается. Мать еврейка, отец ватяк, на тренировке не считается. Там похуй. Это хоть негр. Да у меня вот отец еврей, я четвертое поколение выходит, я не еврей уже.
А мать русская. Пас уже не передается, еврейская фигня, вот это вся. Передается по матери, по бабушке. Лучше я про это говорю, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. У меня есть знакомый, тоже он имеет гражданство Израиля, говорит, если твою бабушку зовут Роза, просто этого хватает, чтобы ты получил гражданство в Израиле. Больше ничего. Но есть такие, которые утеряны документы, там никак не подтвердить, типа. Он на такой может ссылается. Если подтвердить, то все просто. Да, спросить, а как в Израиле к Гитлеру относится? Они все его любят. Они не знают, как это вообще. Мне кажется, знают. Знаю, тут есть музей такой, Яд Вашем называется. Они даже музей ставят, понимаете, он уважаемый человек. Ладно. Ну так и в России тоже девки служат, чё вы? Наш Хумерон! Хорошо, вы не слышите, да, сейчас что-то у меня с телефона? Хорошо. Я тут стрим включил. Стрим Джеймс? Нет, это стрим чувака, который на Личе сейчас сидит. Внутри вайпнутся они или нет? Нет, это другой чел. Наш сервак. Наш сервак, вон там в чате кидает ссылку. Вообще-то за фигни. Хила себе рейды у них. Ну это вот они ж там что-то добирали, вот когда. Да не, они там что-то по зафилию рассуждали. Че, любитель что ли? Да не, это он сам собой говорит там для своих зрителей, он же на стриме, в РК это не слышно. А что там, да, сейчас 2 ЦЛК идет параллельно на Личе? Жесть, ну сейчас третий будет. Сейчас наши убьем, мы можем, пойдем, когда спизжим. Классик. Зайдем за руи евреев и спизжим КД. Блин, а я бы смотрел лучше Вовку, как там Джейм играет, чем сидеть здесь 2 часа играть. Он беспонтово играет. Так странно, что он Вовку не стримит. У него когда Вовка идет, там 30 плюс зрителей, а когда он удалим и пух стримит, там 10 плюс. Не, ну я знаю, я бы с радостью смотрел какой-то рейд, какой-то пугарей, там Ancient Gods, которые сидят на профи или на вещей с условием, они что оттуда не уйдут. Да, да, это пугарей. Интересно. Да я посмотрел бы, послушал бы. Глупый крок, ты сам... Но наши рейды вообще какие-то скучные. А, нас убивается все просто быстро. Ну там кроме резки, там 2 недели назад тебя там мы собирали. Да, там бы по стриме то резко там по зрителям много было. Там записи скидывали просто. Смешно. А что было? Жесть. Ты в группе состоишь? Там скидывали. На стене.
ВК? Не, я не ВК. Ну короче, про рест где джерем. Да, потом оно на Ютубе у Войда где-то есть. Не выкладывал. Там две части. И про Мурата, когда он там что-то сказал про Мурата. Про глаза, кажется. Слушай, слушай. Сейчас я включу. Ты не что-то смешно стало. Сейчас, секунду. Фу, вроде. Вроде такое часто было. Я давно встал, вот они простояли, набрали стаки, они не понимали, что... Я парад, ты что, ты уши раскрыть не можешь? Я сказал добивать трэш, куда зайди? Ладно, давайте... Кто-то может... Ваню сразу. Спекнуться в этого хила. Ваня, включи Ваня. Джерин, держи, звездочку полетаешь, я за тобой полетаю. Сейчас, секунду, мне спекнуться надо. Не на рейке, так. Или на вальке. На вальке. Значит, два шамана, Джерин и ты. Четыре. Ну ладно, четыре мы пойдем. Блин, пацаны уже на второй фазе, уже почти конец. Возможно, убьют. Да не, сейчас уже разобьют. Не, это другой рейд, там у них 41 и 50. Ну, попыток. Кажется, да. Так, все готовы? А, не, Брутелло, что тебе не хватает? Базадра 33 попытки осталось. Нормально. Брутелло, ты готов? Да, да. Погнали. Смешно, 33 попытки, он же 25 ян собирал. А, Ваня, ты на рейде. Угу. Все, да? Да. Видели это? Короче, они перевели на третью фазу переходка. Блин, походу не поможем им. Погоди, там еще переходка, еще комната. Вот тут еще есть, сколько есть. Кнуты, походу. Не, базадар, там 33 попытки. Интересно, а кто они хорели твоим базадаром? А этот ТРЛ, который там у него ДК вроде. Не знаю, как его зовут. Приз, Джерри. Да ладно, да. Джерри, найди. Ну ладно. ТРЛ это и есть имбазадр. Не, ну там он целка 25 гер сидит с кем-то, 33 попытки. Кто там РЛ, я просто вот тут. Так Steam включили. Обычку. Как он обычку, конечно, РЛ это просто... Весело очень. Бежим налево, нет, направо. Выносим. Классно, пацаны, звездочки ходите. Хотя, ладно, там не важно. Блин, у них первая комнатка. Скорее всего, это килл. Так, погоди, там еще 5 осквернений где-то есть. Там звезда на Джерине. Он какой-то самый ролик такой. Вперед, я вас верю, погнали и все. Кстати, вот фиксанули вроде жнец, да? Так же самое, по-моему. Да, что-то... Я вообще разницы не увидел. И... про слизней тоже, кстати. Ну, слизней то, что не выбирают, то фиксанули, но не знаю, так должно быть, чи не должно. Ну, ДК разница нет, но палик есть. О, осквернение разлили, классно. Они выжили. Полтора ляма можно АФКшить? Чего? Полтора ляма можно АФКшить? Набил если полтора ляма.
Чё-то не понял, ладно. Ты чё не понял, ты же всё понятно сказал. Не. А, я вообще слышал, полтора ляма можно афкашить. Да, я вот слышал. Ты сказал, просто смысла нет. Хуси, есть смысл в этом? Ну, поднимите айсфриза. Там конскьюрит, может, поднимешь его, если есть байер. Я еще в прайдах когда был, там типа полтора ляма, короче, люди набивали, афкашили. В хардмодах это было вроде тоже. Дайте бильяру сейчас. Ой. Войд, давай, не Войд, Джулиан, давай гимн отхил. Короче, они добьют луча, походу. Блин. Да. Ну не, у Лича еще 31 лям. Они до персы не успеют добить. Гера, КД у них 4 минуты. До персы, а, до персы 4 минуты 20 секунд, и у Лича 29 лямов. Они не успеют. Серьезно? Ну, сколько это процентов? 28 где-то. КЗ, я смотрю, у них тут один лежит на платформе мертвый. Рост КД что? 25 гера. Войду отдаю все вещи, потому что... Я не знаю почему. Потому что будет не натурал. Ну что, топовый РЛ. Гильди. Без него бы обычек не было уже давно. Так. Если кому-то надо, пишите. Что значит? Угу. Я понял. На уф, Рулич. Ой, тут походу все. Лайфнес. Лайфнес. Комнатик. Комнатик. Так, историк походу все. Не предупредил, наверное, нет. Откинул, но ладно. Блять, чуть-чуть да. А когда шмотка на оф ролится, она не по ЕДП? Не по ЕБ. Да. Сука, хран. Так, у босса 22 ляма и 2 минуты 42. Да убьют, добьют они Лича. Там, наверное, у них все живы почти. ФМ не видно. Мы почти их догнали. Это. Что ты говоришь, Ваню включить? Да не. Не знаю, не получилось у меня подобрать какую-то сцену интересную, но я что-то выбрал вот эту с Вин Дизелем, короче, где это? С трех аксов с первого фильма. Типа, ты. Ну он там в оригинале говорит, ты что несешь, дубина, говорит. Тут типа люди погибли. И в нос. Ну. Типу дает в нос, который подходит, говорит, это, говорит, боевое крещение, моя идея, говорит, он ему в нос со лба дает, короче. Ну, я там ставил, Ваня как говорил, короче, я ебал такие рейды, говорит, сейчас. Ну что, расход? Потому что ебал в такие рейды ходить, люди долбоебы. Давайте еще меньше. Так. А ты ему даже не дашь ЕП за этих боссов? За какие боты? Ну, он же был. 10 боссов целка. На Вале не было ему. Значит, 9. Ну блин, зайдет в игру, потом напишет, что я вылетел,
извините, там, не знаю, хана кинул. Все просто делается. Все, они убили лича. Блин. Надо включать другой стрим. Где там Базадра? Базадра? Давай посмотрим, что там. Та ссылка есть? А что там люлик стримит чи не сейчас? Что-что? Ну этот люлик стримит чи не сейчас? Не. Мам, хитрые стримеры. Ну, Базадра, лайк. Базадра на полэкрана, блин, немного раздражает. Если честно. Ты что, он же красавец. Наверное. Это который худосочный нет. Такой, да, в капюшоне. Да не, я не про внешность говорю. Просто если рожу выкладывать на полэкрана, это акцентируется внимание на этого человека, а не на игру. Просто отвлекает это. Ебать, не похоже. А чё твичные комменты нельзя писать? Странно. Есть ютуб у него стрим? Мне неплохо бывает, но если это там в духом уже. Это же китаец какой-то. Не, это не тот. Это буряк или кто? Буряк. Казах. Это тот дурак, который на меня залупался, да, смотри. Ну это тот чел, которого я зашел в игру, к вам на проф, а он там не сбегался с пактом и кусал хилов на лане. И зачем вы брали в рейд? Непонятно. Это друг просто мой. Да? Ну, соболезно. Лучше бы он без веб не стримил. Больше зрителей было бы. О, тут ханта надо 25 гер. Хант набирает ханта. Ну, лича. Будет в чате бычит. 32 из 50 у них. Так и не упали, я же говорил. Не-не-не, тут там было два рейда. Ну, на личе. Два стрима, два рейда. Один. Ты импозадрот, который вайпнули, да? Не-не-не, Панаму убил лича, а вот этот импозадр вайпнулся. Вот. Так вот. Хильти рейд там. Не покажете, Войда тоже по хильти. Где он там? Пока, Слава. А, да, нам надо добрать. Катана, катана, катана. У меня какая-то в натуре рожа на пол экрана, правильно сказал. Еще и страшная, да? Мы ивент прошли. Да, да, заходи. Лоу Войд пишет на диче. Ты можешь его звук включить? Со стрима. А что он говорил, я считаю, не включал. Там, короче, после каждого предложения такой хе-хе делает. Дебил, короче, физически, да. Либо дерганный, либо не знаю. Я не помню, в каком-то рейде какой-то там дурак на меня кричал, там, 15к ДПС, там что-то. Не переживай, все. Знаешь, кто это был? Это был Миша, это другой был стример. Нет. Стример развелось. Развелось в натуре как давно. Сейчас зайдет Рога с гильдии, доберем и начнем. Пока можете лайки поставить имбазадру, подписаться. Будут дизлайки есть? Там на ютубе. Ну, на ютубе как. Ну, точнее, подписка 5 баксов. 4.99. 2.5 идет твичу, а 2.49 стримеру. Имбазадра нету, это фигня. Не, ну судя по никам в рейде, что-то это не кнутые. Да какие, я даже не знаю таких ников. А 15 зрителей это все с нашего рейда, да? Походу.
Там этот... Ты его распиарил. Перфект он, короче, в гильдии. Да вряд ли там. Ну тебе нечего делать. Перфект клан. Так. Блин, не надо РШМ ШП, у меня такого уже нету. Высокоуровневый контент, аниме, ПВЕ, фэнтези, спорт, русский ММОРПГ. Так не могу вообще не. У меня в подписях. Это теги, наверное, да? Угу. Сумка на время. Амбазадоров, я амбазадоров дюдю брал, кстати. Что-то не ходил на шрейды, собирал их 10. Ну, наверное, как игрок не очень, да? Да не, я просто там кикал людей, там, смотрю, вот уже кикнул, у него было 0 ЕП. Не, он нормально играет. Да, я заметил. Давайте фулбаф. СС даем? Да, давай. Инсекьюрину? А рыбку поставьте. Нету рыбы. А, рыбка. Да, да. Боремся, чек на пул. Сколько по времени мы уже идем? Блять, походу уже человек 8 с нашей гильдии, там уже 18 онлайн, да? Сейчас 30 идем. Хорошо, у нас есть шансы. Погнали. О, чуть-чуть подальше. Серьезно, сейчас 30? Горн, горн, горн. Сейчас 35 где-то так. Жесть. Такой. А я думал, мы где-то сейчас 50 уже. Да давайте ускоримся. Надо же БПП сделать. Блин, там еще в комментарии писать, надо еще и зарегистрироваться. Нахер надо. Два шамана. Музыка у него, конечно, неплохая. А чё он там с музыкой? Ну просто отключено это все. Угу. Ну как фон сейчас стоит у меня. Добежали. Дал чешку. Шансончик? Не, американское что-то. Чепорок, да, что такое. У меня кренберри с пирами разные вот такие. В этом плане. Музыку неплохую ставить. А у кого больше подписчиков? У него или у Джейми уже? Там можно это пострелять? Нет, Джейми. У него больше. Уже у него. Потому что аниме. Блять, так это 24 тысячи просмотров, нихера себе. Подбивайте крайние слева, там фулл хп 416к, видите? Не бейте центральный уже. Там под весь казахстанцы метки его стрелку набивают. Сливайте метки быстрее, сливайте метки. С крайне справа быстрее, крайне справа слить. Все в крайне справа. Пусть поймает, БДК заморозился. А, блин, я этого не знал. Жестко. Что ты делаешь? Ну, сойди, могло быть и хуже. Нет, в другую сторону надо было повернуть протопал под хвост, подойди, стаунти его, чтобы он выровнялся по центру. Я разница. Ладно, это сложно, я понял. Будем так играть. Я вообще сегодня мечтал, но нормально. Только нет. Я сейчас вдохью. Да нет. Не-не-не, оно под начало каста было. Повезло, что он не за секунду стаунтил, тут было бы плохо. Ну видишь, опять удача, нам не везет. Забывает мне, наверное. Так, эмбазадор рассматривает мастер лут, ой, этот атлас лут, наличие. Прикольно, контент. Так, на мне метка. На трех хилах метка. О, отлично, я как раз стрим посмотрю. Метки разбивайте до 250к.
Потом ты развернешь игру, а мы возьмем. Ну надо убивать до конца. Право, стоп. Рамштайн лучше включил бы новый клип. А его, наверное, сразу забанили. За авторские права, да? Так, нет фазы. Первую метку в сторону, хилов нет освобожденки, нормально. Даун в сторону выноси. РДД, играем в метку. Миники босса. Следующий. Не надо сейчас выбирать. Первую метку под босса обязательно. Миники отошли в РДД зону. Прячемся за меткой, скидываем стаки. Добить глыбу слева, РДД, добить глыбу слева. Кто-то классно хлопнул сейчас. Джулиан, давай гимн на ХП. Жестко сейчас кто-то хлопнул. Под боссами. Ладно, выноси влево, даю рост. Давай сакру, блин. Давал, да, тяжко. Понял. Метку слить слева быстро. Не стакайте ничего. Велики ушли. Скидываем стаки. Следующий под босса. Под босса. Следующий тоже под босса будет притяжка. Под босса. Стич луч под босса. Ждем. А, разбивайте портал, разбивайте. Да не, нормально. Разбивайте метку, что он в портал лежнул. Да, что-то слабо бейте метку. Да, это не он. Это почему-то шаман умер, а он как раз портал завязал. Все равно херово сбили метку. В сторону. А, клык. Ты тебе на мейн? Кто на мейн? Вы оба на мейн? Ну, я на мейн. Ну да, тогда мейн и герцогиня на мейн. Смотрим. Глыбу разбейте, сейчас человек умрет. Это бесит. Да уж. Такое не заметил. Все, сейчас. Он обречен. Защитник. Все. Сори. Мы не хотели. Жертва Синдри. Чуть сейчас зато добьем. Нет, сейчас. Гоша. Еще вывыкаете, Ваня, так что не расслабляйся. Не-не-не, а, сегодня не будет уже поздно. Если сейчас было бы 23:20, то да, еще можно. Завтра сходим в ВК. Может два, если там она будет легкая. Кто-то в 19 он будет собирать ссылка. 50 на 50. Знаю, может я соберу. Посмотрим. Блин, чуть не хочется мне 19 собирать. Время-то перевели уже. А у вас на сколько перевели? Вперед, назад? Вперед. До 18 собирал. Так, еще. Да, поставь на 18. Да, ставь на 18. Поставь льду, добей льду за час. 18, в 19 ссылка. Тут кто-то рыбу зажал, а? Короче, пока ставим так. Одна штучка была, но и чай, и все. Может кто-то мыть собирать. Давайте по тактике. Джаспан кружок станет трусы, Белен, ромбик станет тукану. Диспелит гомеопатию чуму.
Мерлин и снимающий вступление ромбик. I don't know. Кружок. Запуск. Так, мы уже запустили чат, и что-то не добирают. Нифу. Если мы, конечно, сейчас не обосремся, будет доп. ЕП. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти... Кинул на бутылку на первой переходке. И будешь... Шо? ...о пощаде. Но я не буду слушать твои отчаянные крики. А я с собой ходил в целом два спиндерса. Ты престом ходил один раз. Ходил ли ты второй? У меня вчера было. Вар, расколы быстрее стакать? У меня вчера вроде бы. Я вчера ссылка собрал. Ты вчера за тапками заходил, они не упали. Арку ищи. Кружок выступления Айдена. Не. Элвин, чума. Я этот каноп собирал, я рейдил. Понял. Смелики, ловушка, перебежали, РДД, двигаемся в звездочку. Да не, вчера же две целка было. Или нет? Нет, там вроде. Две РДД. Да. Вчера льда было, вчера пятница, блин, РДД я туплю. РДД перебежали. А, тут ты сегодня ходил. Точно, блин. С Фукс, чума. Так, РДД ловушка. Наступление на шаркаре. Второй шаркающий вас мерили. Твой шаркающий ступление ромбик. Милики ловушка, милики ловушка. Диспел, диспел. Да был диспел Наурус, чума. Кто это сейчас, блин, с Науруса с диспелем, блин? Ло. Это я. Не надо, блин. Милики ловушка. Ну, надо же смотреть на экран. Всем все три. О, да, идем на край уже. Давай на край. Забили. Сейчас отхилю райд немножко. Шаркающий снимайте. Наступление. РДД ловушка. Перебежали. Чё, поступал на край уходи. Мерлин чума, отрыв. Ушел в отрыв. Давай, ставлю тотем. Джулиан гимномана. Сорян, не хилил что-то. 2 секунды. Так, джаспанк 1-3 напуливает вместе с Мерлин. А I don't know тукана 2-4. Просто сфера будет. Щит земли, черный лимон, ты на БДК вешаешь? Это твой щит? Нет, это мой щит. Твой? Тогда, Ваня, твой щит на ДК, а мой... На кого повесить лучше? На сферу, маме? Убейте, сферу. Давай на Шазара повесим. Встали в звездочку. Хорошенько волной исцеления БДК, то я буду втыкать. Может танк упасть. Так, первый смотрим. Эршам, второй Эретрик, третий Халиприст. Плохо, чешку включаю. Играйте, Валь, через кружок играем. Осквернение, Наурус. Сакру прожми. Плохо, Наурус.
трусы слить, трусы, куда вы погнали? Веди на другой край лича. Маурус, плохо. Почти вайп. Встали в звездочку сюда. Поверни лича. Будем выносить лево или прямо. Прямо к личу, осквернение. Смотрим на перевальке, надо будет разойтись. Все, вышли, вышли, вышли. Эдит, ну, играем в кружок, это Полибист Хант Фантастика. Фантастический скилл. Замедлить ромпы. Ромпы замедлить. Вот хил, давай гимноману. С центра всем выйти. Пожалуйста, инеры по звезде. Сквернение сейчас будет 2 секунды. Потом идем в центр. Элвин, мини-зона осквернения. Давайте все в центр. Становимся как на первых вальках. Звездочку встали. И играем. 52%. Так, первый вар, второй вар, третий я. Играйте через кружок. Трусы приоритет. Через кружок, я в трусах. Киль БДК, там жнец. Через ромбик и трусы играем. Скорее. Блин, подай, блин, схвати БДК. Вот БДК босса. Каскюрит, поднимай дисрапта. Спасти ромб. Встали все под босса. Бафы по БДК. Сейчас будет еще одни вальки. После валик осквернения. Крэджгарда СС по Брутелло давай. Звезду встали. Так, кружок. ДК, Ретрик, Мак. Вышли со осквернения. Под вальками не стоять. Через кружок играем. Все замедления отдали, потом переводим лича. Так, не вижу каски по БДК, лапы тоже вроде как нет. Ну, я уже кидаю замедление по ромбе, почему вы не снимаете, дайте трусы. На сквернение 5 секунд, на дистанцию выйти всем. Сквернение смотрим. Белин, отлично. Домашний сильнее, встаньте в к звезду, к звезде встаньте поближе, не на край только. Все, давайте. Переходка. Думаю. По локу тоже дайте баф. Давайте по локу, каску, крест. Крейзи Варлок и соскинул на БДК. Да, я кинул. Ну, видишь, у нас только что говорили про жнец, и БДК упал. По-моему, просто не прожался. Ну, я его, наверное, не хилил еще. Так мне его, по-моему, срочно хотел. Там есть гимн ТТМ. Гомеопатия, давай гимн. Я отставлю ТТМ. Блин, пацаны до сих пор еще не добрали, походу. Раз, два, три. А, не, добрали уже рейд. Уже две фазы прошли, они только одного человека добрали. Че, сейчас мы вайпнемся и сначала. Давайте уравняем шансы. Звезду будем бить. Шарик. Дайте сало по звезде, пожалуйста. Сейчас покажу, как водить комнату за хила. А, вот тут Шизар есть. Пул хп будет, наверное. Пошли. Ничего страшного, ничего не будет вам. Если у рейда фулл хп, можно через бомбу проходить. Так не садись.
звезду, РДД в звезду, Милик, или чё? Давайте все к трону. Тэн, а Белине жнец почему-то был. Он сагрил перед комнатой. Красавчик. Принял удар на себя. Давай, ты будешь отводить Лича? Идем к трону. Сейчас духи, духи уже спускаются. Лужа. Да, осквернение, одна секунда. Наурус. Грязный порок их провален. Спасибо. Все, веди теперь портал. Ой, не захилил. Протопало, сорян. Не упал. Дух этот гребаный. Забафайте, нормально. Да, забафайте БДК опять. Чего, последняя надежда на Ваню, который поднимет БДК. Он жив. Чего? Я видимо должен остаться. Да не, я имею в виду, что он третий раз может упасть. Потом уже все, Белин будет танчить, если четвертый раз упадет. Дайте по нему там бафы лучше. Ну давайте каску. Каски нет, каска есть, лапа есть. Не, правильно сжимается Чехирова, знаешь, что его хп полное, потом бац, и его и нет. Или Олег. Нехилит просто. Чего? Осквернение Мельзона. Чего БТК падает? Чего не хилим, да? А? А? Походу. Сгера есть. Уже вот. Давай. Знай, когда жнец, подымай Белина. Догоните что ли? Да я отвлекаюсь уже, когда говорю, вот я не хилю. Понимаешь, прикольно. Боже, не залейте мелкие, пошли. Нет, нет, на секунду. Добавь и по Белину. Видишь, у меня 3 ляма 400 нахилено, у черного лимона 5600. Какая-то разница есть, да? Стой, сейчас комната будет. Сейчас не видит, может, мы опять на спиле. Блин, я по БДК нахилил. Ищи там руки на Шазара. Черный лимон, нам 500. Я же клык-то сменил, который новый-то. А эту не вставил новую картинку-то. Ну, вот ты и умираешь. В смысле? Это что? Это ну, старый клык, пытаюсь пользоваться старым клыком, короче говоря. Понятно. Мне кто-то сказал, что маг резист не помогает больше жнеца. Жнецы есть как магия, так и физ. Нет, то что магия помогает. Уже урона тьмы идет. Хотя не, я вот сейчас смотрю по рекаунту, я нахилил танка, как и черный лимон. У него просто щит земли на БДК висит, 740 отхилил уже, жесть. Я вообще ни на кого не кидал щит земли. Да, я БДК нахилил больше, чем ты, конечно. Чего? Ну, я БДК больше тебя нахилил. Ну вот, 736к. Жесть. Так, иди, пацаны. Они, короче, Рестер-шамана ищут. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал. Кто хочет? Два раза нанес удар за миллисекунды. Я хочу 25. Кого там голуби? Меня. Это голубь? Да. Ты где его взял? Чё он лапу сломал? Чего? Откуда ты взял? Чё откуда взял? Если место есть и готов пойти.
Какие на X5 там? Наташа. Хочешь в рейд Эмбазадра пойти? Тут они еще не убили, а то мы убили просто. Лимошка, ты тут еще? Да. Нужно собирать рейд какой-то. Собирать. Что, не вредит? Собирать рейд. Завтра будешь какой-то? Нет. Это запись? Нет. Ну, не общаюсь, как... Знаете эти приколы, пранки телефонные с братишкой? Фразы из зеленого словника. Звонят рандомным людям и отвечают фразами такими. Иногда не понимаешь, в чем суть. Вот как то же самое. Нету. Я свободен. Он уже вышел, да? Ну, он наебал. А не он, лимошка переименовался просто. Бой длился 15 минут. Ты надоел с голубями со своими. Откуда ты голубя взял? Ну как у него голуби, у тебя осетр с черной икрой, это то же самое. Нормальный голос. Да он про голубя спрашивает. О, где-то я такой голубь уже видел сегодня. Это Марбалину. Этот... Древкова. Вуди последний раз. Ладно, всем спасибо, удачки. Ну, спасибо. Пока. Че, 3500, что ли? Вуди не то. Вуди не телепортация, а это... Портал. Кидала на Вуди.